Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И хочу вам показать свои небольшие покупочки, но которые мне очень понравились, и хочу с вами поделиться. Это в первую очередь отшелушивающий гель для ежедневного умывания, не содержащий жиров и разглаживающий кожу с первого применения. Содержит такие вот микрогранулки. Похоже, вот состав, знаете, похоже как гель. В гель для умывания добавить соды. Вот такое вот какое-то ощущение. И когда вы умываетесь, растираете лицо, да, вы умылись, вот такое чувство чистой кожи присутствует. Оно не стягивает кожу, не раздражает. Хотя у меня кожа очень чувствительная, сухая, чувствительная, она не раздражает мне кожу, и вот чувство чистоты, что все поры вот очищены, ну то есть неплохая, 150 миллиграмм, неплохая умывалка, я прям рада, что как бы попробовала ее, хотя на нее смотрела уже давно, но как-то, я не знаю, как-то брала более такие какие-то щадящие, а она оказалась очень даже достойной. Я думаю, что очень хороша она будет на комбинированную и жирную кожу. Хотя, опять-таки, я повторюсь, что у меня сухая кожа и такая вот капризная, раздражительная. И как бы не раздражается, не краснеет. Очень все деликатно и хорошо. Дальше. Дальше моя умывалка. Дальше моя покупка — это матовая помада от Divash. Velvet Matte Liquid Color в оттенке 03. Это такая помада, приятный запах у нее очень. Это такая помадка, я вам покажу и просто растушую немножечко, в какой цвет она может. Это такая помадка, очень комфортная на губах. Это помада не из тех, которые засыхают там за несколько секунд и безбожно сушат губы. Ее можно насыщить, чтобы цвет губ был более насыщенным. И можно растушевать как бы вот такую вот дымочку до цвета ваших натуральных губ. Сейчас она у меня на губах, у меня губы сухие и такие трескаться могут, поэтому для меня, конечно, лучше пускай я ее буду пополнять за день, но лишь бы она мне не отваливалась кусками и не трескалась на губах, она очень комфортно ощущается и красиво смотрится. И опять-таки, когда вы ее... Она выдержит у вас там стакан воды, кофе, даже вот я покушала таким жирноватым, и она съедается, но она съедается не там кусочками, да, у вас не будет вида плешивых губ. Она съедается очень так однородно, то есть не будет у вас такого резкого перехода, что вы ели, и тут у вас съелось, а тут цвет остался. Нет, она сходит так однородно как-то. Нету большой разницы. Так что, не знаю, попробую еще другие оттенки. Может, именно в этом оттенке она так смотрится и ощущается хорошо. Попробую еще несколько цветов. Она бюджетная. То есть купить ее можно, доступно. Вот. Понравилось очень. Попробуйте. И вот такие вот тенюшки я купила от марки Palladio в оттенке шампань. Что-то не могу открыть. Вот такие. Но брала я их не для глаз, а в виде хайлайтера. В виде хайлайтера. И они очень классно смотрятся. Такой вот мокрый эффект. Вот вы можете видеть, если камера покажет, вот здесь вот сильно не отличишь, но перелив от цвета кожи, что я и хотела. Но вот перелив дают такой эффект мокрой кожи.
И на этом все мои покупки. Смотрите мое следующее видео. Оно будет именно о хайлайтерах. Так что увидимся. Пока.